Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и мы продолжаем прохождение Resident Evil Village, и мы в доме Беневьента, и у нас забрали все, у нас вот тут вот всякие подсказочки, серебряные ключики, в общем, сейчас раскурочим этот манекен дальше и будем продвигаться. Так, с этой ногой ничего сделать нельзя, тут мы вроде все посмотрели, ну вот тут еще какой-то значок непонятный, тут у нас непонятно что. Ладно, у нас есть ключ, который мы собрали из этого, и в принципе мы можем, получается, открыть вот эту вот дверь. Да. А? Тихо. Тихо. Не пугай меня. Так, хорошо. Почему здесь пробирки, склянки, вот эти всякие, вот эти микроскопы, непонятно. Смотрим, ищем. А? Тихо. Так. Нифига, да? Так, а почему тут что-то висит? Не пойму. Сейчас что-то у меня нос чешется, непонятно почему. Так, ага. Ага. Заперто с другой стороны, понятно. Отсюда выходим, значит. Что это за... Это что такое? Ладно, идем дальше. Так, тут мы тоже выйти не можем. Тут нужны какие-то числа, кодики. Вот это вот всякое. Это непонятно, поэтому идем прямо и направо. Вроде направо, да, направо. Так, ничего взять нельзя. Изучить. А у меня ничего нету, ребят, вы чё? Похоже, в это углубление нужно вставить предмет. Да, похоже. И там была подсказочка с этим предметом. Так, иди-ка сюда, рука. Нет, стой, подожди, а можно как-нибудь покрутить? Не, никак не крутится. Так, и где мне этот предмет взять? Собственно, где? Где? Не открывается, не хочет. Может, тут какие-то циферки подсказаны? Где-то циферки. Ну, просто мы в тупике, получается. Нам... Что? А, помыть кольцо можно. Там, может, циферки на кольце, кстати. Внутри. Так, обручальное кольцо, понял. Так, смотрим. Ха-ха-ха. 05-29-11. И сейчас забуду. Так, 05... Ай-яй-яй-яй, соскочила. 05-29-11. Погнали. Открыто. Только что-то сыкать не терети. Те узкие коридорчики, это, конечно, такое. Аккуратненько идем. Музон такой пошел. Страшно мне? А, тихо! Я только глаз почесать хотел. Это типа меня приглашают туда, да? Ну, я никого здесь не вижу. Это что? Здесь огурчики. Изучить. Память о жизни сытном, но эта музыкальная шкатулка уже не играет. Что? Это из моего дома. Откуда она здесь? Это из моего дома. А что сделать-то надо? Ты издеваешься? С ней что-то не так, да, я вижу, что с ней что-то не так. Чего я нажал? Я опять не то нажал. Ладно, хорошо, допустим. Методом исключения работаем. Блин, не та кнопка! Надо их поменять местами.
Она прокручивается, но дальше не крутится. Если первая пошла, значит и следующая. Значит, вторую поменять надо. Теперь давайте третью менять. Ну. Фигня какая-то. Какая-то фигня. Давайте четвертую, не на пятую. Нет, не хочет все равно. Давайте менять первую, пока ничего не изменится. То же самое. Меняем первую на третью. Давай. То же самое. Меняем первую на четвертую тогда получается. Чё-то сложненько. Долго. Меняем первую на пятую. Я уже не вижу смысла просто никакого в этом. Нет, она прям как будто сломана. То же самое совершенно. И никакой разницы не происходит с того, что мы меняем. Поэтому давайте-ка пока нажмем отмену и что-нибудь попытаемся сделать, найти. Так, 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 так. Пусто. Тоже нифига. Сумка. Пленка. А я могу залезть сюда и спрятаться? Будем подглядывать. Ладно, все. Пошутили и хватит. Так. Уже не играет. Чё за фигня? И чё нажимать? Ну давайте, я не знаю, рандом абсолютный вообще. Она одинаково не работает. То есть, ну как я что не меняю вообще по барабану? Может, эти зарубки нам подскажут? Типа... Ща. Так, вот это должны быть вместе. Они соприкасаются. Вот видите, здесь зарубка маленькая, вот она переходит в большую. Там что-то справа было. Так, а вот эти вот... Эти под вопросом. Да то же самое, шляпа. Да что ж такое-то? Так, стойте, еще есть подсказочка, смотрите. Нет, нет, не играй! Зарубка, которая идет на... в начале. Сейчас, сейчас, сейчас покажу, сейчас покажу, сейчас покажу. По идее, это можно сделать вот таким вот образом сейчас. Ну. Вот, вот, вот оно. Видите, линия ровная получается. Теперь эти меняем с этой местами. Или же... Давай, детка. Давай. Да в смысле? Ладно, хорошо. Мы сейчас вот эти поменяем местами. Да почему я вечно хочу на пробел нажать? Чаек, давай. Ой, кипяток какой. Сейчас, меняем местами, меняем местами. Эту с этой, эту с этой. Да, детка, да. Оказывается, умею, могу. Пинцет. И нафига мне пинцет? Блин, это было, ну, кстати, легко. Это было довольно легко, и просто непонятно, что от тебя хотят, как это сделать. Если сразу думать насчет зарубок, то все хорошо получается быстро. Давайте посмотрим туда, что-нибудь там, может, поменялось. Может, где-нибудь пинцет мы сможем заиспользовать. Мамочки! Так, пинцет. Давайте руку. Ну, пинцет... А, пинцетом мы в рот можем залезть. Вот, что я вспомнил. Точно, 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 точно. Иди сюда.
Хватай. Что там? Пленка? Тихо. Допустим. Давайте посмотрим пленку. Кусок кинопленки, извлеченный изо рта куклы. Ну, найди типа 10 отличий или что? Что это за желтая отметка? Ладно. Ладно, теперь нам нужно найти, где мы сможем это посмотреть. Ну фиг мы тут что найдем, нужно идти дальше наверх, получается. А это вообще закрыто. Нафига нам сюда вообще? Страшно. Очково. Я так понимаю, сейчас открою дверь, и там начнется вообще веселье. Так, а там. Там нам тоже делать нечего. Тихо! Страшно-то как все, а? Интересно, ну страшно, ужас просто. У меня аж мурашки пошли, у меня ладошки вспотели, ё-моё. Может все части перепройти резидента в записи. Игра-то кайфовая. Там начать с ремастеров первых частей и так далее, и вперед. Здесь что у нас? Точно, кинопроектор, точно. Наша счастливая семья, лучший друг Розы во всем мире, и очень нравится эта сказка, самая важная для нас на этом свете, подарок на свадьбу от бабушки, доказательство вечной любви, и ты на камне. А третий-то нету, смотри. Перепутан паре... Так, ладно, хорошо, читаем еще раз. Лучший друг Розы во всем мире, лучший друг Розы во всем мире. Так, погоди-ка. Доказательство любви. Подарок на свадьбу. Так, третий это по-любому ребенок. Так. Вот так вот, дальше. Лучший друг Розы во всем мире. Пусть это будет вот эта вот штука. Хорошо, дальше. Ей очень нравится эта сказка. Ну, тоже лихотня вообще. Так, это вот сюда. Самое. Так, подарок на свадьбу от бабушки. А, ну все. Так, ладно, где я напортачил? Подарок на свадьбу бабушки, сказать. Да вы че? Лучший друг Розы. А, почему стоять? Почему у меня вот так вот это местами поменять-то надо? Это сюда. Все. О, пошло. Поехало. А почему я другое вижу? Что за фигня? Это где? Это спуск в колодец? Что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что накачается-то? Качаешься-то почему? Ты сейчас туда нырнешь, что ли? Ну и сейчас запись обрывается, конечно. Ну. Ой, что ж так страшно-то, ё-моё. Господи, как я дергаюсь-то, а? И дверка закрылась. Потрясающе. Великолепно, обожаю. Это выглядит очень жутко, ребята. Это просто выглядит очень и очень страшно. Ножницы? Жесть какая-то, на превьюху пойдешь, если другого не найду. Ну и вот тебя еще на превьюху можно взять, пацана. Так, тут можно пролезть. Ножницами разрезать. Допустим. Телефон? Звони в полицию, Итан, звони в полицию. Ну, естественно, никого там нету.
Так. Это меня, я подойду. Это меня. Мама звонит. Сейчас жена его будет. Итан, прошу, послушай. Я не хотела скрывать это. Мия? Я не хотела терять тебя, разрушать нашу семью. Мия, о чем ты говоришь? Я так люблю вас обоих. Но мне пришлось. Что пришлось? Дорогая, ты о чем? Вообще непонятно. Как он с ней вообще говорит? А говорит ли это она с ним, а не та чокнутая кукла? Звук какой был. Звук был оттуда. Давайте-ка дверку откроем здесь. Да? Это вот получается там, где эти... Где мы кольцо мыли. Страшно. Похоже, вот такой нужно поставить предмет. Да, предмет нужно вставить, точно, да. Я даже знаю, какой, как он выглядит, но... Где мне этот предмет, блин, найти? Что? Чё за нафиг? Этот лаг был очень страшный. Мы можем разрезать... Какие огромные ножницы. В ней сейчас будет, короче. Угу, угу. Медный медаль. Чё нового? Чё за новости? И чё это было? Так, получается, мы можем сейчас пойти туда. По идее. И да, иди сюда. Медальончик. Чё такое? Изучить. Ой, блин, какой капец. Так, понятно, что ничего не понятно. Мы застряли. Я не знаю, что делать. Возвращаемся. Рука, иди сюда. Ну. Ну тогда меняем на закрытые три глаза, что ли, получается. Тут есть три закрытых глаза. Три открытых, а мне нужно три закрытых. Так, не хочешь, да? Теперь методом подбора. Кто тут гений, а? Блин. Не хочу туда идти, вообще не хочу. Вот, они не могли свет провести, я не знаю, чтобы он был там и тут. Ну, ой, блин, как я не хочу. Ну, надо, ребят, все для вас. Надо. Какой у тебя отстойный фонарик? У меня на телефоне фонарика лучше, блин. Ты мог получше что-нибудь взять, Итан? Дверь еще видно. Блин, звук вообще стрёмный. Сейчас похоже... Ребята, сейчас похоже будет то, что как раз-таки мы видели на пленке, когда запустили кинопроектор. Ну, этот, ленточный. Могу, все знаю. Ну, я так понимаю, нам вниз. Сейчас что-то будет. Либо за жопу кусь, либо за голову кусь. Страшно сейчас будет, ребят, будет страшно, очень страшно. Мне не знаю, как вам, мне очень страшно. Ключ электрощитка. Еще точно такая же кукла. Твою мать! Почему так страшно-то? Я буду играть с закрытыми глазами.
У меня мурашки на спине даже. Итан, беги. Бежим, смотрим вниз, Страха нет, смотри вниз. Смотри вниз, не поднимай голову. И свет везде вырубился, твою мать. Кроме этого места. И кукла пропала. Я думал, он скажет, еще раз все наладится. Это что за дресня? А почему дверка открыта? Так. Кто-то кишку потерял, да? Пернул так смачно, что аж вылетело. А? Что это? Что это? Где? Что ты за говно лютое? Что это за срань такая? Что такое ты? Кто ты? Ты что такое нахрен? Вылези! Вылези! Вылезай из этого дерьма! Так, понятно, к этой хрени не подходить. К этой ползучей хрени не подходить. Это что за кишка? Я все понял. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас делаем по красоте, да? И, во-первых, я сейчас так сильно бояться не буду. Да? Я сейчас подбегаю к этому говну, правильно? Агрю его на себя. Оно бежит за мной. И я выбегаю и бегу к электрощитку. Я тебе еще раз пару скринов. Пойдешь на превьюху, красотка! Ну, давай еще разочек. Все, теперь бежим. Бежим. Закрыть можно? Закрыть нельзя. Бежим. Бежим к щитку. Где щиток-то, ё-моё? Быстро к щитку. Куклы по-другому стоят, твою мать, по-другому стоят. Как страшно-то, господи. Щиток, срочно! Быстрее! Что это? Я понял, врубать свет. Тут что-то замкнуть надо. Бежим обратно. Где это говно? Пол уже извозюкан, эта срань была здесь, значит. Ах ты говно! Ой, блин. Открывай. Ой, как хорошо, светло. Светло хорошо. Фруктики хорошенькие, почти сухофрукты. Кухонька миленькая-то какая, а? Вот это таз, вот, ох, сейчас бы пожрать. Ну, я попью чайку. Идем. Куда мы идем? Опять эта картинка. Ну, как, что здесь хоть нарисовано, понять-то? Праздник был у кого-то, тут шелковые ниточки всякие. Не. А что это? Погоди-ка. Спрятаться? Чё-то мне это не нравится. А зачем здесь прятаться? И ничего здесь нету. Ни патронов, ни пушек, нифига. Предохранитель. Отлично. Пошли за предохранитель. Свет руби. Сейчас что-то будет, наверное. Я как жопой чую то, что сейчас что-то будет. Тут не просто так есть возможность спрятаться под кровать.
Странно. Там что, молния? Или это у меня? Или это у меня гром? Сейчас главное не орать сильно. Опять ты говно! Так, я знаю, что делать. Давай, за мной иди, срань. Ползи, 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 иди сюда. Давай. Ой, как ты быстро двигаешься, слушай. Иди сюда, иди, давай. Иди сюда. Иди к Филе. Иди к киселю. Давай, кисельство поиграет. Иди сюда. Господи. Если это что-то вроде розы, я охренею. Так, иди сюда, давай, давай. Давай, давай, иди. Иди сюда. Ой, какой большой вырос, а. О, гомункул какой. Лезь сюда, давай. Опять, опять, нет, 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 нет. Не рассчитал маленько. Не рассчитал. Нам сейчас просто нужно под кроваткой вот так вот и убежать. Поставить предохранитель и свалить. Так, быстренько работаем. Я испугался этой штуки. Аж голова заболела. Не шучу, реально голова заболела. Давай, да, погнали, погнали, давай. Я не понял, мне нужно пролезть там или что? Или заныкаться? Давай, иди сюда. Давай, 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 поиграем. Я с этой стороны могу? Могу. Хоть додумался фонарь выключить. А, башка чья-то! Бегом! Бегом! Беги! Итан, беги! Итан, ты флэш! Итан, беги! Беги, беги, беги! Беги, беги, беги! Беги! Убегай! Итан, беги! Куда нам бежать-то я забыл? Я забыл, куда бежать! Я реально забыл, куда бежать. Я реально забыл, куда бежать, в какую сторону. Где я, блин? Как я тут оказался? Все, пофиг, бежим туда. Бежим туда. К предохранителю. Срочно. И валим наверх. Срочно. Да врубись ты! А что делать-то опять, ё-моё? Почему эта хрень за мной бежит? Чё, не так-то, не так-то чё? В смысле? А почему здесь закрыто? А-а-а! Какая же ты страшная срань, не могу, блядь. Ползи сюда, говно. Лифт, срочно! Лифт! Почему сейчас ты заработал? Да дайте, почему не работал? Быстрее, пожалуйста, быстрее, быстрее! Закрывай, закрывай! Закрывай, твою мать! Свет вырубился. Что ты вообще такое? Я не понимаю, это глюканы у него такие, или эта штука реально там где-то пряталась? Ой, хорошо. Первое правило хорроров. Не играйте в хорроры. А что все затуманено? Это у маниаторов? Глаза потемнели. Шутку смешную рассказали, наверное. Так, ну дом я примерно помню. Здравствуйте. Здравствуйте.
Чаек, да, чаепитие хотим устроить, да? Я не пущу. Ты кто? Ты еще жив, да? Что за история игрушек, блин? Тик-так, на кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Зачем мне тебя искать? Мне свалить отсюда надо по-хорошему, как можно дальше. А почему эта тетка управляет куклой, а не... О, колбас, расколбас, у нас тут хардбас, давай, давай еще. Давай. О, хардбас. О, тусняк пошел. Давайте еще слэм устроим, чтобы я точно обосрался. Интересно, та дверь сейчас откроется? О, пошла туса. Звуковое сопровождение напоминает, знаете, что я вам скажу? Фильм «Омен». Да, был такой фильмец. Да чё вы взбесились, куклы? Я нашел тебя, говнюшка! Ай, какое месиво! Жесть какая! Блин, опять руку подрали, да что ж такое-то? Надеюсь, сейчас все будет не так страшно уже. О, волчок поменял место, или как он называется? Да что опять вас колбасит-то, а? Кто стучится? Нашел! Иди сюда, срань! Ах ты, дрянь! Последний палец чуть отгрызла. Давай в бошку ей! Ножницы отдай! Куда ты свалила, тварь? Будем искать методом исключения комнат. Как мне нравится эта игра. Ну страшно, пипе. Я сейчас тебя добью, тварь. Ножницы где? Ты с Розой так же. Иди сюда, говно. Я тебя этими ножницами порву. Господи, как это страшно выглядит. Как будто сейчас демон войдет в эту дверь. И опять стуки эти. Тебя пнуть можно? Ты меня бесишь. Блин, там как будто солнце прям за дверью. Но неправильное солнце, злое солнце. Не наше теплое солнышко, а какая-то дьявольская звезда там находится рядом. Где это говно? Опять здесь? Где ты шкеришься, срань? Хватит шкериться, иди сюда. Поговорим. Я просто не знаю, чего сейчас ждать, ребята, поэтому я готовлюсь ко всему. Ко всему сразу. Отвалить от меня! Да хватит мои руки драть! Так. Собрались. А я ничего сделать-то и не могу даже. Я ж сейчас отъеду. Так, а почему они здесь напали на меня? Так, пошли сюда. Идем сюда. Ищем эту срань. Вниз я не поеду, сразу говорю. Вниз я не хочу ехать. А вниз нельзя. Слава богу, в этот подвал не нужно лезть. Слава богу. Вот это говно. Вот она лежит. Давай в хэт ей пропиши еще раз. Давай еще раз ножницами в губошку ей засади. За что отсюда не выбраться?
выбраться. Ё-моё, это что за дерьмо? Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Гаси её! Всё, сверхновая прошла. Ну, чё? Ух ты ж, блин, а как это так? Ух ты ё. Это всё? Да, это всё, дружище. Похоже, это всё. Что? Мия, я всё исправлю. Это что, это ключ ещё один? Который нужно переделать. О, так. Я знаю, куда нам идти. Надо выбраться отсюда. Надо к герцогу, да. Так, подожди, давайте-ка посмотрим, поищем, так покрутим. Опа, что это? Объединено с четырехкрылым ключом. Ключ... Значит, вот кто за этим стоит. Значит, кто? Кто? Колба с ногами, все. Их уже две. Так, тут что-то еще есть. Энджи! Я думаю, это можно продать. Дверка сама открылась, какая прелесть. Ух, ух. Вообще кайфуха. Вот этот квест мне вообще понравился в этом доме. Блин, пока это, наверное, лучшее, что пока было. В плане сложности, страха, вообще всего сопровождения. Мне очень понравилось. Прям великолепно. Просто страшно было, срачки, но великолепно. Так. Сразу осматриваем все по сторонам, потому что, может быть, что-то интересное тут будет. Дай пройти. Нажать надо, точно. Все, едем. А я пока чайку глотну. Зеленый. С жасмином. Кайф. Кайф. Каркадышечки бы еще навернуть бы, но пока зелененький сойдет. Когда буду рендерить это и заливать, уже буду пить каркадышку. Ну. Ну и. Ну и че? Эй. А я не помню, с какой стороны мы выходить будем. Как высоко, а? Стоп. А, сокровище здесь, не там, все. Сейчас, может, попробуем сокровище у Димитрески подрезать? Дратуйте! Я пришел. Может, куклу? Что ж засунуть-то надо, а? Ну, я не знаю, что еще. Ну, должен же подойти ключ сюда. Или там еще что-то найти нужно в доме, получается. Ну, этим я потом займусь, наверное. Вне записи, либо что-нибудь такое. Пока просто непонятно, что сюда нужно засунуть. Возвращаемся к герцогу. И там слева еще был дом. То есть, когда мы шли, он был справа, сейчас он будет слева. Стойте. А как я получил обратно все свои пушки? Интересно. Это что, у нас этот квест был без единого выстрела, получается? Вообще крутяк. Вот так надо делать игры. Не. Что? Там что-то есть, значит, можно пройти. Если что-то есть... Что это, блядь? Самогон попили? Я говорил, не пейте самогон. Развалю всех, нах! А чё вас тут так дофига-то? Что это, блядь? А! Отвалил! Убери свой серп! Отвалите от меня, срани! Мне нечем! Мне хилиться нечем, подождите. Я так понимаю, это помповый или какой-то?
Ну, короче, другой дробаш. Я тут тоже помповый. Как это было неприятно. Но зато мы все это можем продать и купить патроны у герцога. Патроны должны быть. Нет, мина. О, блин, я мог мину использовать. И не тратить патроны. Или гранату. Я вечно забываю про гранаты и мины. Вот я не знаю, что делать с этим. Я мог еще закрыться и отстреливаться. Ой, блин, вот это, конечно, я проглядел, да. Патроны для снайперской винтовки. Неплохо. Так, и тут что-то еще есть, да? Что-то интересненькое, да? Открыть. Что у нас? Шар с солнцем и луной. То есть, смотрите, у нас есть шар с Димитрески и шар отсюда. Пойдемте попробуем туда шар запихнуть. Может, этот шар и есть, короче, ключ для сокровища, ребята, а? Ну, типа, он никуда не подходил, мы до сих пор бегаем с этой штукой от Димитрески. Поэтому предлагаю сейчас попробовать этот шар сюда запиндюрить. А я точно его поставил? Не хочет, зараза. Ой, не хочет. Ладно, не хочет, как хочет. Может, в другое место нужно будет засунуть. Так, а здесь завален проход к тому дому, да? А, ну то есть мы по-любому бы здесь проходили. Окей, давай-ка здесь выйдем. И там будет еще домик. Бесишь. Все патроны израсходовал на вас, твари. Так, вот еще дом. Как они так глубоко закапываются, мне интересно. Кстати. Че у нас тут? Че у нас тут? Че у нас тут? Мадалина голова. Кто ты такая вообще нахрен? Что это? Ну неужто? Чё, блин, за... Ё-моё, я понял, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Такое есть Димитреска еще. Точнее, не с, а у Димитрески. Тихо, ну давай, нормально. Давай-давай, чуть-чуть. Все, сюда иди. О, понеслась. Давай. Тихо. Тихо. Тут опасно. Ну давай. Укачивает. Аккуратненько, не торопимся. Блин, слава богу, не на время. Что там за звуки происходят посторонние? Меня это пугает. Перестаньте. Я тут занят. Аниксовый череп. А эта штука у нас осталась? Нет, не осталась. Понятно. Фугасные снаряды? Это что за нахрен? Снаряд поражающей цели в большой области. Ключ скрипичного мастера. Блин, да. Там сокровище, ребята, там сокровище. Сохраняемся, быстренько бежим к герцогу и смотрим. Так, 10 ноября. Мать Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранде за ее безграничное сострадание. 27 ноября. Госпожа Донна явно рада, быть может, мне чудится, что... но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Мать теперь, правда, дарует какие-то способности. 29 ноября. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадила их у могилы Энджи Клавдии. У меня закружилась голова, может, от пыльцы, а потом я видела усопшую жену. Донна обрадовалась, услышав от этом...
Попросила меня прийти к ней завтра, сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее поняла, но она такая добрая, потрясающая. Их она. Так, 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 давайте-ка еще сбегаем. Сбегаем, посмотрим, что у нас там. Можем ли мы, так сказать, запихнуть голову этой куклы на сокровище. Хочу сокровище, дайте сокровище. Я хочу сокровище. Главное проверять, проверять сюда сральник. Сральник как? Нормально. Фото со стороны, чё? Где? Где фото-то? Так, опять загадки. Интересно, нравится. А это где вообще нахрен? Это кладбище, где... Я понял. Это... Ой, я что-то нажал не то. Это в деревне где-то. Так, выходим, выходим. Пытаемся закинуть бошку этой куклы на туда. Откройся. Как в магазине. В записи все нормально? Сейчас, ребят, секунду, что-то не то. Вот теперь все должно быть нормально. Так, ждем, сейчас прогрузится. Что-то она тупит долго. Программа, работай. Все. Бежим, попробуем куклу-то закинуть. Еще какие-то желтые цветы. Что-то там вот это. Но я не вижу же здесь желтых цветов. Блин, а нет тут этой куклы-то. Да блин, дайте сокровища, достали. Сокровище хочу. Хочу сокровище. Дайте сокровище. Бесите. Ой, как бесите. Дайте мне сокровище. Хоть одно. Я сейчас к Димитреске-то попрусь за ним. Может, там мне повезет. Там-то я все вроде облутал. Сейчас давайте-ка еще попробуем. Может, что-то мы пропустили? Могли пропустить. Итан у нас, блин, такой еще. Он вон не мог фотографию взять. Может, это загадка? Голова от пыльцы. Ладно, желтые цветы какие-то там. Какие-то там желтые цветы. Валим. А как ты еще не замерз, кстати, а? Холодно же. И сейчас, конечно, мост навернется. Сколько вас там нахрен? Не надо сейчас со мной играть. А вот не надо сейчас со мной играть, у меня патронов мало. А знаете что, давайте-ка возьмем другой дробаш. Мощное боевое ружье с широким разбросом. С широким разбросом. То есть для очень ближнего боя не наш вариант. Нам нужно, чтобы прям точечно все дробинки прилетали в хэд. Перезарядочка, перезарядочка. Три патрона просрал. Блин, три патрона мимо. Целых три. Тут опять что-то есть, я ж тут ходил. Еще лей. Давай денежки сюда. Отстань от меня! Да что ж ты такое говно неприятное? Отстань от меня, срань! У нас проблемы. Ну хоть реагентик взяли. Чё за движ пошел? Ладно.
Страха 2, этого 2. О, блин, давай. Чего делать-то остается? Нечего. 90 патронов! Ну ща будет мясо, пацаны, давай! Call of Duty на! Да, Warzone ща поиграем. Все на, разобрались. Стоять бояться. Трястись и ссаться. Надо запомнить. Стоять бояться, трястись и ссаться. Надо запомнить. Так, я хоть правильно-то иду? Да. Кустарники, Far Cry, на вас нет и огнемета. С ноги давай. Ха! Вот так-то. Вот так-то. Скоро я тебя спасу, Роза. Скоро я тебя спасу. Привет, говнюк. Вам эта вещь знакома? Может быть. Так, продаем. Энджи. Алина. Ониксовый череп, 15 штук, нифига себе. Я богатый стал здесь, слушайте. А, мисс Энджи, какая прелесть. Фарфоровые куклы очень популярный товар. Светошумовые, фугасные. Ох, сколько тут всего-то. Это что такое? Модуль для ружья значительно уменьшает отдачу. Кстати, довольно неплохо. А, модуль для пистолета значительно уменьшает отдачу. Ага. Это для М1911, да? Ну, не знаю, давайте-ка патроны возьмем лучше. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Ага. Покупаем. Насчет улучшений пока не знаю. Патронов просто на все деньги, ребята. И вот это давайте еще возьмем. И, в принципе, я думаю, пока хватит. Улучшения пока ставить не будем. Дайте знать, если... Заходите еще. Зайду, дружище. Стой, подожди-ка, дай-ка зайду в твои улучшения. Если только посмотреть, витрина вон там. Так, урон 560, да? 760. Вот ты зараза, конечно, а! Меняем. Нам важен урон очень сильно. Очень сильно важен урон. Чем больше урона, тем, собственно, лучше. Тем лучше мы будем использовать более, так сказать, меньше боеприпасов, так сказать. Все, это мы взяли. Ходите. Стой, подожди, что за говно? Быстрый доступ. На трешечку. Подтвердить. Вот, все, отлично. Патронов вообще до жопы. Так, что там с той птичкой было? Вообще, я бы сейчас зашел бы к садовнику. И... А вот тут должна быть эта птичка. Ну, конечно! Аккуратно с патронами, ребята. Блин, магазин на одного, охренеть. А ты как сработаешь, мне интересно. Ух, что хороша! Патрон зря использовал. Да что ж такое-то? Так, вот здесь должна быть птичка. Вот птичка. И что мне с тобой делать? В смысле? А зачем? Я просто так птичку убил, что ли? Не, ну я себе такого говна не прощу. Так, вот туда, к дом скрипача, погнали. Хоть правильно иду. Дом скрипача. А где ты, дом скрипача? Да я вообще ушел. Сейчас опять бегать, плутать, искать. Я забыл, как тут ходить-то везде, ё-моё. Так, сейчас нам подлезть, пролезть нужно. Я хочу забрать сокровище. Дайте мне, блин, сокровище хоть одно. Я не прошу все и сразу. Я прошу одно. Чисто попробовать, как оно.
Угу, там налево. И потом еще раз налево. И там дверь закрытая. Ой, как мне нравится эта игра. Стоять, бояться на! Я здесь. Сюда. Сюда. Где сокровище, тварь? Где ты спрятал сундук с сокровищами? Нифига себе, это скрипка? Это больше похоже на виолончель, чем на скрипку. Ну ты издеваешься надо мной. Я не забуду ее пятый день рождения. Я не забуду ее пятый день рождения. Пятый день рождения. Чей, блин? Чей пятый день рождения? 7-6-3-9-3-4. 7-6-3. Три. Девять. Три. Четыре. Семь, шесть, три, девять, три, четыре. Make in Science 1830. Модель номер... Ну не 1835 же. Я не забуду ее пятый день рождения. Дайте мне, блин. Так. Струтика MFG, модель номер 7639341835, что ли, набрать, я не знаю. Нет, тоже не то. Ну не то. Ищем подсказки. Ищем подсказки и шкеримся. Патроны для дробовика, прелесть какая. Может, день рождения дочери Розы? Но это как вообще связано-то будет? Береги нашу крошку Розы. Ну, тут нету ни года, ни фига. Тут тоже нет. Сокровище. Так, так, так. Нету этого. Ну что мне написать здесь? 7-6-3-9-3-4. Это я правильно написал? 7-6-3-9-3-4. Давай-ка еще раз. Может, я неправильно написал, я сейчас просто ору. 7-6-3-9. Блин, куда я пошел-то? Да ё-моё. 9. 3. Смотрим. 9-3-4. Давайте попробуем вместо 9-3-4, 9-3-9, потому что 5 лет, типа, ну, фиг знает. Ой, блин, как же тебя открыть? Я хочу тебя открыть, тварь. Ничего больше нету. Твою мать, чей день рождения? Ребят, чей день рождения? Вот чей? Там была записка вроде. Дамы и господа, поскольку... Иосиф Симон, садовник. Блин, да что ж такое-то, а? Что-то не то, здесь что-то должно быть, что нам подскажет, потому что я вообще не понимаю, как это провернуть, блин. Просто, чё день рождения? 6 цифр, в принципе, тоже может быть день рождения, типа месяц, день, год. По идее можно, ну чей? А не Бонивита случайно? Или как ее там правильно зовут?
Но там не было дня, там только год. Там именно год. Но еще есть подсказка, то, что там в ноябре она с кем-то общалась, там эти письма, то, что вот, ну вот это вот вы помните, у садовника дома. Блин, это капец какой-то, это же я не знаю, как это пройти. Это я потом сюда вернусь, пересмотрю видео, может быть, там что-то я нашел у себя в плане этого. Как он называется? Как эта срань называется, я что-то забываю. Ребят, реально забыл. Пофиг, забыл так забыл. Бежим к герцогу, дадим ему мясо этой птицы, может что-то получим за это. А я что, здесь мог пролезть, да? Открывай! Пошли к герцогу. Это получается, нам еще и куриц подстреливать нужно будет, и птиц. Ну, куриц. Куриц, рыба и так далее. Если только посмотреть витрину вон там. И где? Или мне... А, понятно. Просто день... Просто денюшка. Ой, ладно. Как всегда. Честный, модули. Так, подожди-ка. Припасы, иди-ка сюда. Где? Где лечилка? Лечилка где? Я лечилку, похоже, всю израсходовал. Все это инвестиции, Итан. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. А мне-то как не терпится? Нет, ребят, давайте на этом, пожалуй, закончим, потому что, ну, одну мы взяли уже, потом возьмем еще одну, потом еще одну, а потом... А фиг знает, что еще будет за все это время, потому что, получается, нам не сюда, нам отсюда потом идти, где живет водяной, да. Да, друзья. Ну что ж, у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно... Resident Evil Village. Я вот еще думаю, стоит ли пройти другие части. Еще и думаю по поводу Outlast. Что-то ужастики для меня открылись совершенно новой стороны. Это не только пугающая срать, с которой я ору. Это еще очень-очень интересно. Также будут плейлисты на видосы, точнее на игры, которые на этом канале тоже имеются. Elite Dangerous, Genshin Impact, Factorio, Valheim, Cyberpunk, ребят, даже Ведьмак есть. Все это будет, естественно, в описании под видео. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео в день их релиза. И в Телеграме, и в Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом. Один большой, общий, хороший, красивый чат, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.